вас всех рада видеть на нашем мероприятии сегодняшнем. Хочу представить нашего замгенерального директора Сергея Ивановича Литвиненко. Пожалуйста, приветствуйте. Я буду рассказывать в ключе нашего предложения и то, зачем мы вас пригласили, обдумать и принять решение, либо участвовать в том, чем мы занимаемся, либо искать какие-то другие применения. Сейчас их, слава богу, много. Это сильно меняет наш мир. Думаю, что вы догадываетесь. Не всем еще это известно, но тем, кто сегодня, может быть, первый раз, я сделаю кратенький экскурс. Конференция, тема криптоиндустрии или куда стекается мировой капитал, рассматриваются активы, смарт-контракты, блокчейн, все инновационные технологии, которые нас ждут в будущем. Сейчас очень интересное есть направление, тенденции, тренды, которые нужно понимать каждому человеку. Это блокчейн-технология и искусственный интеллект. Очень интересная система на базе блокчейн-технологии, система Bitbon. Можно сказать, что это единственная в мире запускается биржа публичных контрактов Bittrade, где будет переход реального сектора экономики, интеграция в цифровую. Именно система Bitbon этими будет заниматься. Наш сайт запустится 12.12.2017 года, bit.trade. Весь мир идет к оцифровке. Здесь, на этой конференции, мы увидели именно образ будущего, 3D-экономику. Вся экономика, которая сейчас есть, мы находимся в четвертой финансово-экономическом переходе, где все, что у вас есть, имущество, активы, оцифровывается. И эта оцифровка проходит через сайт Bittrade на бирже публичных контрактов, которые будут предоставлены на бирже. Будущее за системой Bitbon.